Всем хай, с вами Айрон, и сегодня мы будем смотреть новое обновление в Guardianship Tycoon. Вот право, что вот вышло вот прямо сейчас, вот вышло обновление, мы сейчас его посмотрим, обсудим все это обновление. Это обновление называется... Так. Обновление. Ну, спойлеры. Вот как называется обновление. Обновление спойлеров. Опа, да! Гоу-лимит. Ограниченные наборы. Ничего себе, ограниченные наборы. Посмотри. Вау. Так, это что? Экипик ЦСМ. Оборудуйте их здесь. Виниловый подход, да? Ух ты! Бугатти болит. Спойлеры. Кастомизейшн. Кастомизация спойлеров. Вау! Красиво. Новая машина! Это BMW M4 за 117 тысяч вроде бы. Вау! Вторая BMW-шка уже за... BMW за 4, это уже вторая BMW. Как я хотел сказать? Это уже вторая BMW за... уже подряд, так сказать. О, китайский этот Форд за 1 300 000. Не лимитка. Просто, наверное, кому понравился этот Форд, теперь что можно просто его купить. Сколько? 20 лямов? Сколько он разгоняется? Бугатти 300. Да, Бугатти 300 это. О, ну прям мощно. Вау. Красавица. Смотри, вся в карбоне. Просто вся в карбоне эта тачка. Юзайте провокод спойлер и получите 40 тысяч игровой валюты. Forza Productions. Вау! Ну прям тут тачка тут за 20 миллионов долларов, мужички. О, обновление через 20 часов. Давайте посмотрим. Посмотрим, как это там обновление через 20 часов там написано будет. Римс. Вау. 2000 уже просмотров за 9 минут. Офигеть. Да, 20 часов. Угу. Значит... 24, значит, где-то вроде хорошо. Ух ты. Ой, как мы давно не заходили в Guardianship Tycoon, мужички. Ура, завтра обнова, мужики. Ура. Я так рад. Слушай, какой... вот эту тачку, я думаю, мы уберем. Да, я думаю, мы ее уберем.
из нашего автосалона. О, ну прям. Ну слушай, я не знаю, за 20 лямов, как она вообще это будет кататься у нас? То есть, а что у меня с... Чё у меня с домами-то? А чё они кирпичные? Кирпичные! Окон нет, дверей нет, просто кубики. Вау! Прикольно. Офигенно. Просто офигительно, просто кубики. Кубики! Даже не дома, это просто кубики. Ладно, в принципе, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, с вами был, как всегда, ваш любимый Айрон. И всем пока-пока!